Що може вилитися конфлікт з іранськими дронами, а також псевдореферендуми на окупованих територіях, поговоримо з Андрієм Бузаровим, міжнародним оглядачем. Вітаю вас, пане Андрію, слава Україні! Слава, добрий день. Пане Андрію, Україна позбавила акредитації іранського посла, Тегеран прийняв, власне, дзеркальні дії. Чи свідчить це про рішення, що вони і далі будуть підтримувати Росію? Без сомнения, я думаю, что последние годы между Ираном и Российской Федерацией сложились очень хорошие отношения и в политической, и экономической части. Поэтому я уверен в том, что Иран по многим аспектам будет поддерживать российскую позицию по многим внешнеполитическим вопросам, как и, собственно, и Россия будет поддерживать Иран по ряду других позиций. Поэтому мне кажется, что это решение, я имею в виду решение в отношении иранского посла украинского МИД логичным, оно выглядит логичным, оно, скорее всего, будет более жестким со временем. И в контексте того, что с 2019 года, после сбития украинского самолета в Тегеране, мы, в принципе, не можем найти общего языка с Ираном по многим аспектам, то я думаю, что все это достаточно закономерно и естественно. Іран поставив Росії дрони, і в тому числі і дрони камікадзе. Що ви думаєте стосовно того, що міг пообіцяти Кремль за це Ірану? На сьогоднішній день головна проблема Ірана – це економічна блокада. І, по суті, Іран з 1979 року знаходиться під санкціями западных стран, в том числе и прежде всего США. Россия, в принципе, уже приближается с точки зрения своего статуса на международной арене к Ирану. Может быть, даже уже во многих аспектах и переплюнула иранскую так называемую нейтральность или блокаду, которую объявил весь мир Ирану. То есть Россия уже давно, наверное, перегнала Иран в этой части. Поэтому сотрудничество между двумя странами, которые находятся в фактической экономической санкционной блокаде, оно не выглядит странным. Оно неприятно, без сомнения, для нас, потому что по некоторым техническим и экономическим вопросам мы сотрудничали с Ираном на протяжении многих лет, но на сегодняшний день в контексте тех процессов, которые происходят на геополитической арене, мне кажется, что Иран находится совершенно в другой сфере влияния, российско-китайской. Мы, соответственно, в западном направлении движемся, поэтому все это достаточно логично и закономерно. Як ви вважаєте, чи дійде справа до того, що Росію все-таки визнають країною-терористкою? Это шаг политический. С фактической точки зрения это должно было быть уже сделано. Но ряд стран не хотят по политическим соображениям окончательно, наверное, разорвать с Россией соответствующие отношения. Поэтому тут во многое зависит от позиции США, Великобритании и многих стран, как постоянных, так и непостоянных участников ООН. А там, судя по тому, что я вижу, довольно серьезные разногласия. Поэтому в ближайшее время этот вопрос будет подниматься, и он все больше и больше будет раскалывать, наверное, западне общество, мирове сообщество, із-за того, що некоторі страни не можуть определитися. І, власне, щодо ООН, Україна подала запит на скликання термінового засідання Радбезу ООН у зв'язку з проведенням Росією ефективних ось цих псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях. Як може це вплинути на ситуацію? Повлиять, честно говоря, мы можем только военным образом. Но на сегодняшний день, насколько реально, быстро и эффектно и полномасштабно задействовать военную операцию, аналогично той, которая была в Харьковской области, это вопрос, наверное, к военным. Но с политической, дипломатической точки зрения, мне кажется, шаг украинской дипломатии правильный. На сегодняшний день нужно ускорить работу по мобилизации мирового сообщества в части применения нового пакета санкций в отношении Российской Федерации. Потому что очевидно, что помешать проведению референдумов, так называемых референдумов на оккупированных территориях, быстро на сегодняшний день не получится. Но наказание соответствующее Россия должна понести за подобные попытки. Поэтому тут важна мобилизация мирового сообщества. И ООН – это один из инструментов такой мобилизации. Хотя, честно говоря, судя по тому, что мы видим, сейчас происходит в ООН, уже многие участники, страны-участники ООН, Франция, Германия, они сами хотят реформировать ООН как соответствующую структуру, которая в некоторых и во многих вопросах устарела. А что має бути в цьому пакеті санкцій, що все-таки зупинить Росію? Тому що вже прийняли 8 пакетів, і поки що на Росію це не дуже впливає.
Смотрите, президент Украины и команда президента Украины Зеленского очень часто озвучивают все эти пакеты, все эти меры, которые могут приниматься в отношении как России, как субъекта международного права, так и граждан Российской Федерации. Речь идет, естественно, об ограничении или полном запрете выдачи виз россиянам в Европейский Союз. Речь идет о полной, более серьезной заморозке банковских активов в Европейском Союзе и на странах Запада россиян. На самом деле там очень много возможностей для давления на Российскую Федерацию. Просто подчеркиваю, отдельные страны Запада еще до конца не определили свои позиции в отношении России. Я думаю, что им нужно побыстрее определяться. Пане Андрію, Туреччина засудила псевдореферендуми і підтримала ідею позбавити Російську Федерацію права вето в Радбезі. А які, власне, шанси, що це все-таки відбудеться? Вы знаете, я на протяжении последних 6 месяцев регулярно комментирую, в том числе и марафоны, вашему телеканалу, ситуацию вокруг Турции. Я всегда говорю и повторю одну важную мысль, что Турция рано или поздно займет более жесткую позицию в отношении Российской Федерации. Более того, я уверен, что даже военная конфронтация между Турцией и Россией – это вопрос времени. Поэтому Турция – наш союзник. При всех непростых, скажем так, отношениях, которые есть у Турции с США, с другими странами. Турция – союзник наш и страна, которая в конечном итоге займет жесткую позицию в отношении Российской Федерации. Поэтому та новость, которую вы сейчас озвучили, лично для меня она не явилась неожиданной. Это вполне логично. И Турция с каждым днем будет занимать все более жесткую позицию в отношении России. Именно жесткую позицию, потому что международная позиция Турции проукраинская абсолютно. Тим часом, власне, Росія заявила, що після референдумів всі доктрини Російської Федерації, зокрема і ядерна, будуть поширюватися і на анексовані території, тобто Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області. Верховний представник ЄС Борель у свою чергу каже, що ядерні загрози Росії слід сприймати серйозно. Ну а як так виходить, що раніше вони їх сприймали несерйозно? Вы знаете, я думаю, что я, как будучи волонтером, человеком, который активно ездит в Европейский Союз, я вижу, кто видит ситуацию в Европейском Союзе с точки зрения ее восприятия в Украине и вообще в целом, то, честно говоря, иногда Европейский Союз не до конца понимает серьезность того, что происходит в Украине. То есть, с одной стороны, да, нас все поддерживают, с другой стороны, время от времени в медийном пространстве есть временное затишье по поводу ситуации в Украине, хотя у нас намного, намного серьезнее происходят события на Донбассе, в Запорожской области и так далее. И вот для нас очень важно, чтобы Европа окончательно и бесповоротно заняла жесткую позицию в отношении Российской Федерации. Что касается ядерного шантажа, которые использует Россия в отношении Европейского Союза, в отношении Украины, то у россиян другие цели. Они пытаются таким образом хоть как-то привлечь к себе внимание со стороны, прежде всего, США и Великобритании. У россиян это не получается. Поэтому последними странами, на которые может распространяться шантаж, ядерный шантаж России, это являются как раз страны Европейского Союза. Франция, Германия, Бельгия и так далее. Поэтому чем больше Путин давит ядерным шантажом на западную старую Европу, скажем так, тем больше вероятность того, что Западная Европа может быстрее занять более жесткую позицию по отношению к России, соответственно, более проукраинскую, но и тем больше вероятность того, что может создаться круг таких стран в Европейском Союзе, которые начнут пытаться заниматься с двухсторонней дипломатией с Россией, находить точки соприкосновения с Россией по экономическим вопросам. В принципе, и честно говоря, такие страны уже есть, и мы все их знаем. Поэтому ядерный шантаж, он имеет двоякое значение. С одной стороны, он дает возможность европейским странам быстрее определиться, с другой стороны, он усиливает круг стран, которые будут занимать союзническую позицию по отношению к нам, к Украине. Пане Андрію, я вам дуже вдячний за цю розмову і за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Це був Андрій Бузаров, міжнародний оглядач.